и леди из мушкетеров. Во второй раз стала бабушкой. Долгожданную внучку Маргарите Тереховой подарили сын Александр Терехов и Татьяна Найник. В прошлом солистка Виагры. Вера Александровна Терехова. 52 сантиметра. А, то есть длинная, говорят. 3 300. Невестку Тереховой знают не только как участницу звездного трио, но и как обладательницу роскошного бюста. До родов у нее был 4-й размер. Сейчас 7-й. И то ли еще будет. Это нереально. И обещают, что через неделю-две будет, когда молоко придет прям конкретно, что будет гигантское, наверное, 10-й, 11-й. Невестке Тереховой 36 лет. И это ее первый ребенок. По случаю торжества в VIP-палате роддома накрыт праздничный стол. Свежие ягоды, шоколадные пирожные, игристое льется рекой. И все, глоток, короче. Кормящая мама ни в чем себе не отказывает. И нет рядом опытной бабушки Маргариты Тереховой, чтобы подсказать. От шоколада и ягод у ее внучки будут кишечные колики и диатез. Посмотреть на маленькую Веру собралась вся родня легенды экрана. Старшему внуку народной артистки Михаилу 27 лет. А невестка Тереховой сегодня видит его впервые. Я видео смотрела, столько таких очаровательных. На выписке нет только самой Маргариты Тереховой. Уже несколько лет 73-летняя актриса практически не выходит из дома. Говорят, прекрасные миледи поставили страшный диагноз – сосудистая деменция. Это поражение мозга у пожилых людей, при котором в первую очередь страдает память, речь, координация движений. Но в семье эта тема под запретом. Что говорить? Я человек пожилой. Что говорить? Все рядом, дети, как они. Рады, наверное. Родственникам Тереховой не терпится заглянуть в конверт с новорожденной. На кого Вера похожа? На маму, на папу или вся в красавицу-бабушку? Ребенок похож на человека. Меня это очень радует. О сходстве со знаменитой бабушкой пока говорить рано. Да и на Маргариту Терехову больше похожа ее дочь Анна, а сын Александр – восточных кровей. Пишут, его биологический отец – высокопоставленный чиновник в Таджикистане. Но с ним сын Тереховой даже не знаком. Он смуглый, черный у меня. Как? Таджик. Ну, он правда таджик наполовину, что у него же папа знаменитый таджик. Молодые родители радости не скрывают. Ведь они преподнесли знаменитой бабушке бесценный подарок. Их Вера родилась в один день с Маргаритой Тереховой. К тому же актриса благословила сына на брак с экс-Виагрой. Они тайно поженились в июле. А где? Я не понимаю, почему она в ванне лежит. Я не понимаю. Не, ну как? Так-то без ребенка не заставить жениться, понимаете? Поэтому специально же мы это делаем, все хитро. Теперь я двоих облизываю, его и дочку. Но не все так радужно в семье сына Маргариты Тереховой. Обручальное кольцо с бриллиантом – единственное украшение невестки Миледи. Все драгоценности, которыми звезду Виагры осыпали поклонники, она сдала в ломбард. Та же судьба ждет и иномарку, купленную во время звездной жизни. Ничего не осталось, кроме колечка. Все. Ни сережек, ничего. Раньше думала, бирюльки свои вот так собирала, думала, боже, на всю жизнь приданная дочке. У сына Тереховой и экс-солистки Виагры нет даже собственного жилья. Они снимают двухкомнатную квартиру с мамой и бабушкой Татьяны Найник. А теперь вместе с ними будет жить и внучка легендарной актрисы. У нас нету ничего. У нас ни детской, ни квартиры. Мы пока на съемной. Но у нас нет возможности. Мы у бабушки на шее. Вот у нашей любимой бабушки мы на шее. А у нас они развернутся, мы на коробках. Вот там между коробок у нас кроватка встала. И все вот это как-то там пройти бочком-бочком. Благодаря друзьям у нас хоть что-то вообще есть. Там кроватки, там то все. Невестка Тереховой не скрывает. Все сбережения ушли на лечение. Почти все 9 месяцев беременности она провела в больнице, в отделении психических расстройств. Врачи подозревали тревожно-депрессивное состояние с паническими атаками. Вы меня только сейчас сумасшедшим не называете. Чтобы ухаживать за дочерью, мама Татьяны Найник уволилась с работы. И муж Александр Терехов – единственный кормилец в семье. Я чувствую какое-то горе, одиночество, и Саша кричит: «Саша!»
Мне одиноко, я одна на всем свете. Он говорит, да я здесь, ребенок здесь. Я одна во всем мире. У меня вот так слезы градом. Сейчас у медиков оптимистичный прогноз. Рождение ребенка поможет невестке Тереховой победить болезнь. Возможно, и легендарная Миледи почувствует себя лучше, как только увидит внучку Веру. Повезем ребеночка ей. Саша видео показывал. Ну, конечно, как она светится.